Всем привет! Сегодня я расскажу вам о большом животном, которого будет рисовать моя мама. Это слон. Слоны живут в джунглях. Слон достигает таких высот от пола до потолка 3 или 4 метра. Слоны бывают африканские и индийские. Слонов можно увидеть в зоопарке, цирке. Еще можно увидеть их на пачке с индийским чаем. Слоны питаются листьями, ветвями, корнями, плодами. Слоны достают пищу хоботом и бивнями. Слоны ушами не только слушают, но и освежаются. Махают ими и освежаются тем временем. Слоны любят воду и хорошо плавают. Слон одним ударом ноги может свалить дерево. Слоны легко приручаются и выступают в цирке. На слонах можно ездить верхом, даже их использовали на войне. Есть похожие животные на слона, только они в шубе. Это мамонт. Возраст слона определяет по бивням. А вы знаете, почему детеныши слонов хоботом держат за хвост свою маму? Если знаете, напишите свой ответ в комментариях. Такой вот симпатичный слон у нас получился. Всем пока. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, а в следующем видео я познакомлю вас с новым животным.